Добрый день, с вами интернет-магазин ExpertPro, и сегодня у нас видеообзор бинокулярной лупы Magnifer 81001G. Вот такой вот бинокуляр, сделан он в основном тут белый и черный цвет используется, но больше белого. Откроем, посмотрим на него вживую. В комплекте у нас инструкция на английском языке с изображениями такими вот прорисованными. Достаточно все доступно, то есть даже не нужно ничего переводить на русский, украинский язык. Так, сам бинокуляр и набор сменных линз. Полная комплектация. Так, нам нужно только бинокуляр и линзы. Так, расскажу вам вкратце о, можно сказать, первых впечатлениях. Я держу его не первый раз. Но сделан бинокуляр из очень качественных материалов. Все, пластик такой гладкий, приятный на ощупь. Зажимы боковые металлические. Задний фиксатор, он сделан тоже такого интересного механизма, он уже, это, наверное, около 2 лет мы продаем лупы с таким механизмом, и очень много положительных отзывов, что действительно работать вот с таким механизмом намного удобнее, чем с простыми защелками, либо же липучками. Есть у нас в этом бинокуляре подсветка светодиодная, но о ней чуть позже. И набор линз. В комплекте у нас к этому бинокуляру 5 линз с увеличением 1, 1,5, 2, 2,5 и 3,5. Вот такие вот линзы. Так, дальше. Приятным таким бонусом этого бинокуляра является то, что в нем можно устанавливать линзы в 2 ряда. То есть, используя 5 линз, устанавливая их в 2 ряда, вы получаете 11 разных кратностей увеличения. Расскажу как. Допустим, если вы будете использовать линзу 2,5 и 3,5 вместе, вы получите 6-кратное увеличение. То есть, вообще, возможно увеличение от 1 до 6, если использовать там разные линзы, либо же по одной. То есть, как вам будет удобно. Теперь по поводу подсветки. Светодиодная подсветка, которая выдвигается вперед и регулируется в таком вот положении, вверх-вниз. Батарейки меняются как? Нужно нажать на такую клавишу Push и достать вот такой вот блочок с подсветкой. Вот сюда вот внизу вставляются 3 батарейки. Сейчас мы их вставим. Батарейки мини-пальчиковые. Вставляются они достаточно легко. Вот вставили нижнюю. Все, 3 батарейки вставлены, закрываете, вставляете назад, и вот при нажатии на верхнюю клавишу у вас включается подсветка. Выдвигаете вперед и можете регулировать вот вверх-вниз. Так, теперь давайте я вставлю линзу, например, ставлю 2. Вот одна линза, и вставим, как пример, 3,5 вторую. Вставляете линзу очень легко, вот таким вот щелчком вставили, придавили, все, линза уже установлена, она не спадает и вряд ли выпадет без вашей помощи. Так, линза, точнее лупа одевается на голову, вот так вы здесь раскрутили, одели, как вам было удобно, и затянули, все, зафиксировали, то есть по бокам тоже подтянули, чтобы линза не спадала. Эта модель бинокулярной лупы, так сказать, аналог лупы Magnifer 81001H. Она только с таким же, только поперечным креплением. То есть абсолютно все такое же, но чуть отличается крепление. Вот такая вот лупа. Очень часто ее покупают косметологи, а также стоматологи. Почему-то вот, наверное, это думаю, из-за того, что белый цвет. Поэтому этот бинокуляр очень популярен среди этих специалистов. Купить такой бинокуляр можно в нашем интернет-магазине ExpertPro. Ссылка сразу же под этим видео. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии, будем сразу же отвечать. Спасибо большое вам за внимание. Всего доброго, до свидания.